друзья. Так, следующий город. Город, посмотрю, Стрий, Червоноград, да. Червоноград. Шахтеры Львовские. Давайте вот так подвину карту. То есть карту можно двигать, можно приближать зумом к себе, более расширивать полигоны. Итак, видим Червоноград. Сейчас Червоноград. Да? Вот так, Червоноград. Сокальский берем. Червоноград. Также вы можете посмотреть необходимая информация, население и количество, и стоимость квадратного метра 409 долларов за квадратный метр. Если посмотреть динамики, что происходило, мы видим, динамика та же самая, сохраняется положительная динамика роста. Видим, июня 2021 года 386 долларов. И довоенный рост, который, в общем-то, не прекратился и после войны. И видим, что в сентябре 2022 года 409 долларов за квадратный метр – это средняя стоимость квадратного метра социальное жилье.